Всем привет, с вами Элис Пар. В этом видео я вам покажу свою утреннюю /фитнес рутину. И как обычный нормальный человек, я не вскакиваю с утра с кровати как бешеная и радостная. Я провожу как минимум сначала 20 минут, просыпаясь, просматривая свой телефон. После этого, естественно, я иду в ванную, чищу зубы, привожу себя более-менее в порядок. Дальше иду на кухню, пью все свои витамины. Если вы еще не знаете, какие витамины я пью по утрам, это обычно биотин и fish oil. Я думаю, что вы уже знаете, так как я говорила неоднократно в своих видео. Дальше у меня обязательно идет завтрак. И мой любимый рецепт – это 2 ложки обезжиренного греческого йогурта. Обязательно ягоды, и сейчас я просто без ума от клубники, я ем просто невероятными количествами. Обычно я нарезаю в греческий йогурт, после этого я беру пару малин, я просто обожаю малин, наверное, поэтому у меня сейчас все ягоды хранятся в таких огромных коробках. После этого я использую sugar-free или без сахара, такой вот maple syrup. Он заменяет мне мед, потому что он именно без сахара. И он намного лучше, мне кажется. И после этого сверху я все засыпаю протеиновой гранолой. Я просто без ума от гранолы. И вот смешание йогурта, сочетание с йогуртом ягоды и гранолой, мне кажется, это самый лучший завтрак. И, наверное, поэтому я никогда его не пропускаю. Просто заряд на весь день. Да, потом я просто ем свой завтрак, смотрю что-нибудь на лэптоп, обычно это какие-нибудь TV-шоу, или я проверяю свой email, смотрю YouTube, что-то типа такого, и да, ничего особенного. После того, как я позавтракала, я сначала отдыхаю так немного на диване, если это можно сказать, опять же, что-то делаю на лэптоп, и примерно 40 или час перед своей тренировкой, потому что никогда не идите заниматься, тем более, если вы любите заниматься утром на полный желудок, всегда подождите 40 час. После этого я начинаю смешивать свой pre-workout напиток. Я использую thermogenic powder, и эта пудра специально предназначена для перетренировки, она дает тебе заряд энергии, также помогает жиросжиганию. Я смешиваю одну чайную ложку в своем блендере и также смешиваю это все с водой. И еще на данный момент я прохожу также специальный курс от Shreds, называется он тонер для твоего тела. И я люблю это все дело немножко протянуть, насколько я могу, поэтому я дальше, опять же, допиваю свой pre-workout напиток, смотрю что-нибудь на телевизоре, просто тяну время, пока я его не допью. После этого переодеваемся в спортивную одежду и двигаемся в спортивный зал, сжигать свои жиры и качать попу. Сразу после возвращения из тренажерного зала, если вы хотите себе красивую попу, тонкую талию, то вам, конечно, необходимо принимать такие вот специальные supplements или хотя бы BCAA и глютамин. Он именно воздействует восстановлению мышц и его приросту. Снять, о, здесь солнце так сидит.
Меня просили заснять или рассказать мою рутину, как я хожу в солярий, поэтому вместе со всей этой утренней фитнес-рутиной я решила заодно именно рассказать и, может быть, как-то показать, как я хожу в солярий, потому что в одном из видео я рассказывала, да, что я хожу в солярий, что ничего не говорить, я знаю, что вредный солярий, но все равно как бы я туда хожу, поэтому я попытаюсь, сейчас я именно еду туда, поэтому я решила заодно и, может быть, как-то показать, рассказать, что я использую, как я что делаю, в принципе, ничего такого особенного, необычного я такого не использую. Все самое нужное, да, для этого лежит в машине, я всегда держу, поэтому все, что мне нужно для солярия, вот у меня стоит здесь. Специальный лосьон для загара, и я не знаю, какой-то специальный, необычно не использую, просто беру в магазине или в том же самом солярии, то, что они продают. Такие специальные лосьоны для загара на лицо я никогда не ношу, потому что они, по крайней мере, у меня, да, я вообще, я бы никому не посоветовала наносить, потому что они, от них появляются прыщи. Я, наверное, туда уже хожу года два, поэтому у них иногда бывает, что лампы пригорают, они не очень хорошие, поэтому я уже, когда чувствую, я беру время побольше, но обычно у меня выходит минута 7-6, не больше, я никогда не хожу на максимум. Поэтому да, поехали со мной. Приехала, значит, в общем, как обычно, по пути на South Beach здесь выстраивается пробка. Я еще в такое время приехала, как бы будний день, но это обед. Поэтому здесь такая пробища, я решила тут поехать, думаю, дай-ка быстро съезжу на бич в солярий. Go tanning! Шли загорать. Еще в Salisbury Supply нужно было кое-что купить для ногтей, так как я себе делала постоянно гель покрытия, поэтому кое-что у меня закончилось. Я, наверное, вам покажу, что я купила, потому что мне нужно было очистить, обезжириватель взять. И, конечно же, я не удержалась и купила себе еще новый цвет. Вот такой мятный, яркий, кричащий летом. Он мне безумно понравился, поэтому решила вам показать, хочу сделать, мне кажется, очень прикольно получится. И также еще такие небольшие стразинки в виде кристаллов, такие кристаллы. Поэтому да, потому что мой маникюр уже ужасно нужно переделать. Забыла вам про это сказать. После того, как я схожу в тренажерный зал, выпью все свои supplements, да, то есть БЦА, глютамин, что я еще пила, и тонер. После этого обязательно, в течение, наверное, получаса, но я обычно держу с этим, наверное, у меня получается, это, наверное, после 40 минут. Обычно я пью какой-нибудь протеиновый шейк, и мне нравится очень вот этот именно буст. Естественно, никто, по крайней мере, я после зала, я не голодная, я не могу есть, по крайней мере, первые, наверное, 40 минут. Только после 40 минут я могу в себя что-то впихнуть, и то, как бы, я пью протеиновые шейки. И то я вам советую смотреть за один упаковку, что они пишут, потому что очень и очень много шейков, которые дофига сахара, углеводов, жиров, они пишут, что много протеина, но сзади этикетки ты просто офигеваешь от количества сахара, поэтому обязательно смотрите. Начала видео без макияжа, заканчиваю без макияжа, поэтому можно это считать в таком виде влога. Да, и, наверное, красная какая-то после еще тренажерки и после солярия, поэтому я сейчас поеду домой, приму душ. Дальше посмотрим, что я буду делать. Я надеюсь, мое видео вам понравилось. Если вы хотите посмотреть именно, что я делаю в джиме, потому что я не стала... Если бы я еще снимала именно упражнения, именно свою тренировку, то видео бы заняло вообще, наверное, получаса, поэтому какие упражнения я делаю, да, что я именно делаю в тренажерном зале. Ставьте этому видео лайк, и я сниму для вас это видео, если вам будет интересно. Всех обожаю, всех люблю, всем огромное спасибо за просмотр.